А я люблю свой голос. А Сережа? Я не люблю свой голос. А я люблю. А я прям очень люблю. Эти радиоведущие такие спорщики. Темы интересные. За их словесной перепалкой слушатели следят в радиоэфире. Хоть и говорят, что артисты и актеры очень плохие ведущие, но ты для себя должен решить и отделять обычную свою жизнь от того, что ты сидишь перед микрофоном. Но при этом ты как личность там обязательно есть, просто в каком-то таком гипертрофированном таком варианте. То есть, если ты не любишь кошечек, да, то в эфире ты их не любишь вот на 100% совсем, иначе просто никто не поверит, да. Вот. Ну, и кошек я люблю. Что совсем не удивительно, Сергей Харьковский окончил ветеринарный факультет, а стал радиоведущим. Профессия с детства манила и его напарницу Анну Семенихину, по профессии инженера-строителя. Все началось с того, что отец любил меня записывать дома на магнитофон. Это еще были бобины, он включал мне микрофон и экспромт лился из меня еще в 6 лет. Это был, наверное, первый знак. Интеллектуальная викторина «Успеть за 60 секунд». Конкурс для молодежи «Музыкальный выбор», обзор курских СМИ, проект к тысячелетию родного города «Мой Курск». Все это наше радио. А еще дневные шоу в прямом эфире. Живое общение, интересный контент и качественное звучание. Лучший экспромт – это подготовленный экспромт. Обязательно подготовка, то есть мы на это выделяем время. То есть, чтобы там сделать те же самые 20-25 минут эфира, нужно как минимум хотя бы час собрать информацию, посмотреть, опять же, через себя пропустить, через свое ветеринарное прошлое. У нас нету порой времени для раздумий, мы должны остро и быстро реагировать на речь собеседника, на то, что происходит, да, здесь реакция важна. На самоизоляции дома, на даче или в машине – одно из величайших изобретений человечества – наше. Качаемся на радиоволнах вместе с Ангелиной Рязанцевой, Александром Юровым, Еленой Романцевой и Геннадием Воробьевым. События дня.